просто так бывает. Миг судьбу меняет, прошлое сгорает, сердце замирает. Новым ветром дышишь, звуки неба слышишь, землю оставляешь и летаешь. Если чувства раскалились до бела, это значит, что к тебе пришла любовь. И ничто не вечно, по дороге млечной мы идем беспечно. Солнце рассмеется, новый день начнется, он тепло взорвется, остается. Нашим чувством раскалится до дна, ты увидишь, что она пришла, любовь. Спасибо, друзья. Для меня большая честь сегодня присутствовать на таком замечательном концерте. Этот концерт объединяет столько людей, столько музыкантов во благо, как говорится, столько добрых людей. Хочу, чтобы в вашем сердце всегда жила любовь, чтобы мы могли ценить каждый день, который дан нам Господом Богом. Любви вам и счастья, друзья. Цените эту жизнь. Эта композиция называется «Останусь». В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, потоши на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь светом вдалеке,
осталось света. Спасибо, друзья. Счастья вам. Олег Шкромский. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, прямо сейчас мы хотим пригласить на эту сцену людей, которые вложили всю душу в этот замечательный, уникальный проект Жанна Фриске «Я рядом». Встречайте. Директор некоммерческой благотворительной организации «Летающий слон» Ольга Изюм. И руководитель благотворительного проекта «Жанна Фриске «Я рядом» Алексей Холовцев. Спасибо вам огромное. Знаете, в первую очередь, завершается наш концерт. Огромное спасибо хочется сказать вам, дорогие зрители. Давайте, вот вы знаете, в мире говорят, что очень мало добра. В мире говорят, что нет благотворительности. В мире говорят, что нет добрых людей. Но вы посмотрите, да, вы сегодня пришли в этот зал. Сколько народу, да? Сколько людей решили подарить и сделать доброе дело. Посмотрите, кто сидит рядом с вами, посмотрите, кто сидит впереди, позади. Это все добрые, открытые сердца и чистые души. Я хочу сказать вам спасибо, и давайте каждый поаплодирует своему соседу и сам себе. Спасибо вам огромное, спасибо! И уже сегодня здесь звучали слова о том, что этот проект придумал и, собственно говоря, верит в этот проект, живет этим проектом. Руководитель этого проекта, замечательный человек. Вы знаете, как сказала Анна Семенович, да? При разговоре по телефону, сказала: «Леша, вы удивительный». Вот на самом деле руководитель этого проекта Алексей Холовцев удивительный человек. Ему все аплодисменты, потому что без него это вечера не было бы этого проекта. Давайте он поаплодируем. Ее бы такой вряд ли смог осуществить. Спасибо огромное, дорогие зрители, спасибо огромное всем артистам, кто принимал сегодня участие, спасибо огромное компании
линия звука, город Кострома, вот этот весь свет великолепный, это все их работа. Спасибо огромное театру ему на Серпуховке. И, конечно же, огромное спасибо за доверие семье Жанны Фриске. Огромное спасибо, низкий вам поклон. Давайте поаплодируем семье Жанны Фриске, родителям, сестре. Просто без вас бы этот проект бы тоже не существовал в первую очередь. Дорогие друзья, как не хочется говорить «до свидания», не хочется говорить «прощай». А мы не будем говорить «до свидания». Дорогие друзья, на этом наш благотворительный концерт Жанны Фриске «Я вернусь» заканчивается. Но мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам «до новых встреч». И всегда с удовольствием будем рады видеть вас на очередном благотворительном проекте Жанны Фриске «Я рядом». И сегодня, этим вечером, на этой сцене были с вами тоже мы. Ирина Сашина, аплодисменты. И Иван Соловьев. Спасибо. До новых встреч. Пока.